Здравствуйте, я приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Star Wars Jedi 2 изгой. И сейчас мы находимся на вершине. Там вот, где все начиналось, только наверху. Вот тут ракетчик, если я не ошибаюсь, ходил. Так, а мы откуда? Вон оттуда, по-моему, начинали. Да. Наша первая стычка, нет, это наша последняя стычка. Первая стычка, по-моему, с другой стороны. Ладно, давайте посмотрим. Сейчас мы тут набегаемся с вами. Нам надо бегать туда. Нам надо бегать сюда. Why? Why мы? Я даже не помню, нам сюда вот надо, нет? Нет, не надо, как видите. Вон оттуда, по-моему, мы начали такой вот круг, сделали вокруг вот этой платформы. И прибыли в итоге сюда. Так, нашли корабль. Это Люк. Иди сам. Давай! Люк, конечно, не победит. Побереги силы. А иначе игра бы закончилась. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прыгуны. Черт. И куда ты ко мне бежишь? Что на корабль? За... Двигаемся. Так. Мне по кораблю, что ли, сейчас лазить надо будет? Я думал, ты сказал не сражаться с Десаном в одиночку. У меня не было выбора. Я даже не почувствовал его прибытие. Он сбежал на корабле. Я знаю, я на нем. Нам нужно уничтожить корабль до того, как Десан и его армия достигнет своей цели, где бы она ни была. Попытайся найти центр связи корабля и использовать матрицу датчиков, чтобы связаться с эскадрой бродяг. Я попытаюсь... Люк? Сила тобой. Понятно. В общем, опять все на мои плечи. Ну что ж, будем разваливать корабль, так. Угу. Установить. А, вот где мы прыгать-то будем. Вот. Найдите Джейн, найдите массив связи. Так, выйдите на связь. Установите массив сенсоров на частоту связи. Ну что, все очень легко и просто. Осталось только. Ты сможешь обойти? Ой-ой-ой. Дай тебе обойти. Дай тебе обойти. Ну давай, давай. Ты сможешь обойти. Вот так вот всех вас. И... Давай. И наверх. Вы-то так не умеете прыгать, а я-то умею. Вот в чем мое преимущество перед вами. Ты
Так. Ну ладно, вас я порубил. Если вы думали, что я буду тут бегать, стрелять, вы глубоко заблуждаетесь. У меня есть световой меч, и я им вполне доволен. Поехали кататься. Ой-ой-ой, предстоит мне еще много битв. Давай. Вот так. Открыть огонь. Все нормально? У вас все хорошо? Успел. Взял. На. Да подождите, я вам бошки послышу. Ой, я броню еще взял. Куда? Ты что, разве не знаешь, что я никого не оставляю позади себя в живых? А хотя нет, был вроде прецедент. В какой-то из частей оставлял. Так, что мы видим здесь? Это у нас все есть, это нам ничего такого-то и не надобно. Здесь вроде тоже всего хватает. Угу. Так. На. Вот так. Лошара. Против меня надумал тут. Мало еще. Сосунок. Перезапишем. Поехали кататься. Ага. Ты слышал? Слышал. Кому ты говорил? С кем ты общался? Так, мы взяли имперский ключ. Вот сейчас надо маленьким андроидом побегать. Бумк. И второй раз бумк. Так, а где запуск-то андроида происходит-то? Ага. Тихо. Ой, это подлючаете. Если помните, одна такая хрень ударит, вас еще корежить будет. Где ты? Покажись сразу. А, с той стороны же. На. Блин. Такие противные эти. Трясет потом, как алкаша еще. Итак. Давайте сделаем вот так. Зайчих! Да подождите. Окей, давайте вот посмотрим, насколько я хорош в качестве R5. R5. Я уж не помню, так нам куда. Давайте посмотрим, куда я могу. Так, это вот все R5 стоят. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Не понял. Я еще и открыть должен. Ладно, открыть, открыл. Едем. Куда я должен ехать? Ты мне подскажи. Вот сюда я должен ехать. Давай, сначала сюда поедем. Что мы видим? Нам сюда в любом случае надо будет. Так. Ага.
Нет, не так. Ну-ка, еще разок. Нет, не так. А куда мне здесь? А, вот сюда. Это единица R5 с несанкционированным управлением. С несанкционированным управлением. И что ты мне сделаешь? Арестуешь, что ли? Так, теперь сюда. Похоже, у нас неприятности. Ой-ой-ой-ой. Есть один. Жучи! Да подожди ты. Ну, башку отрубил. Ты и так помер. На меч наткнулся, видимо. А вот стукачок. Стукачка мы подрезали. Блин. Ну давайте еще одного запустим, что ли. Открыть огонь! Открыть огонь. Я тебе открою сейчас огонь. Так. А, здесь, посюда же я залез туда. Спокойно. Ага. Ничего. Шарик. Шарики вы мне потом пригодитесь. Так же, как и пушки. Будете меня оберегать, охранять. А сейчас... Ой. Идем обратно. Запускаем еще один. А вот это, кстати, R2D5 Вот он что-то не попадается мне. Вот так вот. Открыли пушку. Вот так. Ну ладно, давайте посмотрим. Один готов. Один готов. Да вы что, серьезно думаете, что я в плен возьму вас? Всех убили, взяли пушку. Так, я понимаю, нам без разницы, на каком лифте ехать, да? Или разница все-таки была? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Это мы куда?
Это что за боевой робот? Что за утка такая прибыла? Странно, так. О, еще одна такая же. Ну давай. Давай, сама себя. Не можешь? Ну и не надо. Так, у нас вниз можно спуститься. Что у нас внизу? А что у нас внизу? У нас ничего внизу нет. Здесь у нас тоже ничего нет. Разобрались. Осталось только вот с этим разобраться. Ё-моё, так. Ну-ка, вот, могу меч сделать более мощным. Так, а мне надо вообще заправлять-то его? Он там не один должен быть. Вот это я помню. Все, уничтожили. Так. Ставим обратно меч. Вот он, говорю же, он не один. Ставим обратно меч. Как вам? Нравится? Это называется экономия боеприпасов. Так. Нифига не так. Мы же не в перестрелку играем. Все. Ой. Ой. Он по мне так и стреляет. А вот хрен тебе. Так, первая, вторая. Так. Две пушки, хорошо. Возле леса, да, пушки. Ой. Чё такое было? А это роботы. Ладно. А это, по если мы потом поехали, то вот здесь бы оказались, правильно? Здесь все то же самое. Вот лифт. Все то же самое. А, все. Вспоминаю, что мне теперь надо сделать. Вспомнил. Так, раз вы будете ко мне очень хотеть попасть. И вот здесь вот тоже. Потому что не может такого быть, чтобы с одной стороны зашли, со второй не зашли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда-то я пошел-то. Мне сюда надо.
вот сюда. Я же говорю, я вас терпеть не могу. Твари такие. Все. Господи. Ой, на кого я трачу свое время? На этих убогих упырей. Кажется, они используют систему линий, чтобы передвигаться. Хорошо. Систему линий. Конечно, по такому кораблю пешком-то не находишься. Все? Давай, противник. С этого края вас было меньше. О, померли. Так, я же говорю, я с ними воевать-то не хочу. Потому что мне надо сюда. Не понял. Сюда. Все. Адиос, амигос. Это, кстати, единственный, наверное, кто остался в живых. Кого я не стал убивать. Вот мы и приехали. Смотрите, как мы далеко уехали, да, от них-то. Вот так вот они и передвигаются тут. Кто здесь есть? Ой-ой-ой. Я охренел, что я с другой стороны этого здания подъехал. Нет. Спокойно. Помер. Ты помереть должен с такой высоты-то упасть. Все. Давай. И давайте еще разок. Ты можешь обойти? Не пойдет. Открыть огонь! Зайди сзади! Зайди сзади! Давай! Открыть огонь! Сзади! Есть один! Еще один! Похоже, у нас неприятности! Нам нужно обойти! Ладно. Дай-ка я так посмотрю. Совершенно пусто. Обойди. Зайди сзади. Ой-ой-ой. Вы не знали, но у меня есть союзник. Открыть огонь. Неплохо, да, я придумал? И назад. Давай. Прикрывай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто там еще один погиб? Давай, расстреливай. Ты можешь обойти.
Давай, 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 давай. Противник! Тебе там удобно стрелять? Противник! Открыли огонь! Вот так, ну вроде вот так вот хорошо, да, их перебил. Ну как перебил, они сами себя перебили. Тут надо было, правда, отстреливаться, но я вот такую залипуху замутил. Поэтому... Ой-ой-ой. Так. Спокойно. Убили. Что? Так, а мне туда вниз, что ли? Все, обошел кругом. Так, я не понял. Мы кругом, ну я кругом обошел, и мне сюда, по идее, не надо было. Или надо было? Блин, вот. При помощи охраны вы открыли дверь. Открыл. Внимательнее, можешь войти. Нет, ну-ка давайте. Они не могли далеко. Зайди сзади. Зайди сзади. Блин. Куда они делись? Ну, да стой, 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 стой. На. Нет, не так, не так, не так. Не так я хотел. Открыть огонь. Вот так я хотел. Ты мне послужишь. Назад, 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 назад. Открыть огонь. Ой-ой-ой. Давай. Тихо. Нормально все. Все по плану. Понял. Инфаркт миокарда, или был рад меня так видеть. Ой-ой-ой. Ты можешь обойти? Блин. Давайте посмотрим. Если я не ошибаюсь, мне там драться придется. Да. Блин, и что мне делать? Так, это вырубилось. Та вырубилась. Сейчас мне надо восстанавливать все это дело. Че, никого нету? Ну ты мне туда не нужен. Вырубилась. Понятно. Ну давай третью проверим тогда. Чтобы душа была спокойна. А тут дверь не открывается. Потому что два пути только было. Хорошо. Так, сохранить. Ну давайте попрыгали. Во.
какой попрыгали. Вот, вот куда. Для начала надо. Вот где прыгать-то будет. Установлено как какой-то код. Итак, нам надо установить их. Это не то. Вот, блин, не то. Так, это красная у нас. Верхняя это красная, как я понимаю. Надо стрелку найти. Стрелки нет. Стрелки нет. Это тоже не стрелка. Итак, смотрите, тут какая особенность. Блин, как бы объяснить-то? Они тут по линиям разбиты. И... прыжок. Вот сюда. Смотрим. Треугольник. Неправильно. Вон туда попробуем сейчас. Нет, нет, нет. Блин. Ну-ка вот так вот. Отсюда, может. Вот отсюда надо было. Но тут квадрат. Так, это не то, что мы искали, конечно. Надо еще смотреть. Нифига не так. Небольшой прыжок все-таки нужен. Блин, вот хорошо, что я сохранился. Вот. Вот, давайте пройдем к лифту. Где лифт? Это не лифт. К лифту. Блин, не на то нажал. Вся поторопился. Установлена как какой-то ком. И получается у нас мы не были вон там, не были. Вот он. Вот включили. Так. Итак, первый мы нашли. Теперь вторую ищем. Она этажом ниже. Так, это какая? Вот сюда, давайте спустимся. Вот такая вот нужна нам. Нет. Нет, нет, нет. Не то. И все не так, и все не то. И пусть не догадается никто. Ага. Так. Чего? Ты че? Балбес. Еще стреляется, а там еще тоже один огрызок живой, я же переигрывал, но. Так. Ищем, ищем, ищем. У нас остается вон тот помещение. Папа. Блин. Папа. Но почему попасть-то ты не можешь? Человече. О, нажали. Сохранимся. И теперь вниз. Надо найти синий треугольничек. Где у нас синий треугольничек? Здесь нету.
здесь нету. Почему все не так легко, как хотелось бы? А! Сейчас. Пока я не понял, а мы что, не нажали? Мы же нажали его? Нажали. Теперь вперед к синему треугольничку. Жизнь я пополню. Это мне без проблем. Так. Опа! Вот он. Все. Выбираемся. Выбираемся отсюда. Нам надо наверх. Еще выше. Вон туда. Да. В пространстве мы ориентируемся. Поехали. Вверх. Так. Ладно, давайте посмотрим. Теперь-то мы должны... Не пугай меня. Так, первый есть. Зеленый есть. Синий. Есть. Красный. Вот там, кстати, вот если бы... Вот я бы не прыгал бы. Они же не умеют так прыгать. Они-то не джедаи. Это должно сделать то, что нужно. Давайте, бродяги, я надеюсь, вы услышите. Так, мне куда надо-то? Ой, что-то я сомневаюсь, что мне сюда. Лидер Кадар, лидер бродяг Кайло Кадарн. Лидер бродяг, это Кайл Катарн. Катарн, приятно услышать твой голос. Мы взяли курс на твой сигнал и сейчас в пути. Этот корабль Валадонов ты нокаутировал, Кайл. Ты можешь сбить его? Возможно, но я уверен, что наши шансы были бы больше, если бы кто-нибудь внутри поработал над тем, чтобы отключить корабельные щиты. Я посмотрю, что я смогу сделать с этими щитами, но у меня здесь есть незаконченное дело. Понял. Как только ты снимешь щиты, быстро сматывайся оттуда, потому что от этого корабля останется не слишком много, когда мы разделаемся с ним. Не будем разводить долгие беседы. Удачи, Кайл. Лидер бродяг, конец связи. Есть. И по поводу щитов тоже. Все члены команды готовы к выходу из киберпространства. Превосходно. Ну так, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.